Пустой человек. Никогда не бери пустую бутылку в рот. И не дуди. Год 2020. Великобритания. Режиссер Дэвид Прайер. У этого дядьки мало работ, но у него есть интересная работа — кабинет редкостей Гильермо дель Торо. Мы обязательно вернемся к этой работе. Ну а пока мы в 2020, и уже по вот этой картинке мы понимаем, что что-то здесь не то. Не просто ужастик, а какая-то мистика. Сбор США на 2 миллиона 990, ну практически 3 ляма. Долларей, сбора в мире на 4 миллиона зеленых, премьера в мире 22 октября 2020. Вот совсем-совсем недавно был этот релиз. Джеймс Бэтч Дейл, Мэрин Эрландс, Саша Фролова, да, Саманта Логан, Эван Йонигит, Вирджиния Кул. Вирджиния действительно по фото очень даже кул. Ну что? В 1995 году путешествие по горам Бутана, один из четырех американских туристов провалился в дырку, в странную пещеру, и как будто впал в оцепенение. Судьба его товарища была печальна. В 2018 году в штате Миссури бывший полицейский Джеймс Ласомбра, тяжело переживающий гибель жены и маленького сына, берется разыскивать пропавшую старшеклассницу Аманду. Так. Он выясняет, что недавно она в компании друзей исполняла на мосту какой-то ритуал, якобы призывающий пустого человека. Бугага! Так, никто в эту городскую легенду не верит. Но вскоре Джеймс обнаруживает тела друзей Аманды под тем самым мостом. Все были повешены. Бугага! Так, стоп, за окном туман. Осень. Так, приди в себя, Грэд, приди в себя. А сама девушка, оказывается, как-то связана с загадочной организацией. Ёба-боба, да это же секта! Это не просто, ребятки, секта. Это что-то большее. И не вздумай повторять это за фильмом. Потому что легенды... Они хранят ужасы. Ты можешь действительно призвать эту тварь в свою жизнь, и она погубит тебя. Пустой человек. Не обсасывай бутылки и не дуди ни в коем случае в них. Фильм неплохой, но затянутый на 7 баллов. Да, это смотрибельно, можно, но концовка, она убивает. Просто концовка должна была быть другой. Дэвид, режиссер Дэвид Прайер, ну ты перегнул палку. Надо было как-то концовку по-другому, я считаю, сделать. В общем, смотрите, кому нравятся ужастики, мистика, тайны и все в этом плане, особенно секты. Ставьте лайки, дизлайки, подписки, Яндекс.Дзен, подписывайтесь, друзья, нас там мало, но все будет зашибенно, да. Грэд Ревью, основной канал. И хорошей осени. Welcome back.